Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Леодор Илеодор Иванович Пальмин, русский переводчик. Родился 15 мая 1841 года в старинной обедневшей дворянской семье. Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1861 году был арестован за участие в студенческих волнениях, заключен в Петропавловскую крепость. По освобождению исключен из университета. Занимался подённой литературной работой. В середине 1860-х сблизился с Курочкиным и его окружением. Курочкин Владимир Степанович, русский драматург, переводчик, редактор, издатель, сатир, информация. В 1869-м поселился в Москве, принимал участие в различных преимущественно юмористических журналах. Познакомил Чехова с Лейкиным. Николай Александрович Лейкин, русский писатель, журналист и издатель, информация. Михаил Чехов вспоминает, что Пальмин был сутул, ряб, картавил букву «Р» и всегда был одет так неряшливо, что на него было жалко смотреть. Он был благороден душой и сострадателен. Особую слабость его составляли животные. Всякий раз, как он приходил к нам, вместе с ним вырывался двери сразу 5-6 собак. Всех он подбирал по дороге и давал им у себя приют. Это был высокоталантливый, но совершенно уже опустившийся человек. Обладал прекрасным стихом, изящной формой, но несчастная страсть к пиву, именно к пиву, а не к вину, свела его на нет. В печати дебютировал переводами французского языка, которые были опубликованы в 1859 году в журнале «Для девушек». Журнал назывался «Лучи», который издавался Ишимовой. В 1860-1862 годах публиковал стихи в журнале «Век», «Женский вестник», «Будильник» и «Дело». Популярной революционной песней стало стихотворение Пальмина «Реквием». «Не плачьте над трупами павших борцов». 1865 год. Приводил стихи Адама Мицкевича, Генриха Гейна, Эдгара По, автор переводов либретто опер «Тангейзер» Рихарда Вагнера, «Дон Карлос» и «Трубадуры» Джузеппе Верди. Выпустил несколько сборников стихотворений «Сны наяву», «Цветы и змеи», собрание стихотворений 1881 года, «Сатира, юмор и фантазии» 1883. Умер 26 октября 1891 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. А сейчас я хотел бы почитать его стихи. Стихотворение называется «Эхо». У нас есть чудное одно, таинственное эхо, как вторит возгласом оно, карающего смех. На голос истины святой, великого призвания, оно шумит в стране родной, как бури завывания. Возвысим голос, и оно свой звук усилит вдвое. Ах, то знакомое давно храпение носовое, вещавший деврям и камням счастлив пророк пустыни. Ведь все же не храпели там гранитные тверды. Стихотворение называется «Гуманное время». В нашей новой гуманной эпохе все прощается людям порой. Вор, укравший народные крохи, крупной кражи, растрата герой, или взяточник, ловкий, нахальный, для заведомо истой злодеи, избежавшей развязки печальной, ждут порою прощения людей. Всем простят и убийцы, и вору, и блестящую речь адвокат смело кинет в лицо прокурору. Все простят, преступление, разврат. Лишь одно никогда не простится, слово истины смелой святой. Кто возвысить свой голос стремится, в шуме жизни тревожно пустой, как пророк сея светлые мысли, кто взывает, проснись, человек. Их к несчастным таким сопричисли, для кого нет прощения вовек. Творение называется «Скучно». Скучна компания такая, где вы сидите меж гостей, но с осторожностью болтая, таите глубь души своей, где вы не скажете ни слова о том, что в сердце и мечтах, и где покоится сурово печать молчания на устах. Учиться также скучно в школе, где заикнуться не посмей, за что, про что тебя пороли или оставили бещей. Ну а не скучно ли поэту болтать про мелочи одни, когда б желал излить он свету, что кроет сердце в глубине, и самому спускать в печали колки заветных струн своих, чтоб очень громко не звучали аккорды сладостные их. Творение «Реквием». Не плачьте над трупами павших борцов, погибших с оружием в руках. Не пойте над ними надгробных стихов, слезой не скверните их прах. Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам, отдайте им лучше почет. Шагайте без страха по мертвым телам, несите их знамя вперед. С врагом их под знаменем тех же идей, ведите их бой до конца. Нет почести лучше, нет тризны святей для тени достойной борца.
Вот так вкратце из Википедии о русском поэте и переводчике Пальмине Леодоре Ивановиче. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.